Я клянусь, то что я больше никогда не буду подрубать читы. Я клянусь, что я больше никогда, вот никогда не буду импостером два раза подряд. Вот обещаю вам, клянусь. Я клянусь, что я никогда не буду больше предателем Сэдом и Костей. Ну давай, еще, Я и мы втроем клянемся и очень сильно извиняемся перед вами за предыдущий видос Among Us, когда вы подумали, то, что мы были читаками. Но на самом деле это вы просто все нубы, а не мы с Костей, Ямочкой и читаками. Ну залагала карта, ну были мы втроем вот этими предателями, ну чё взять? Мы клянемся то, что больше такого не повторится, поверьте нам, пожалуйста. Ладно, верим, мы вас изменяем. Все, хорошо, простите еще раз нас, пожалуйста, больше такого не повторится. И запомните, пожалуйста, самое главное, то что... Банан, предатель! Ахерет, виноват! А красный с читами. Да не читами, я же только что поклялся, то, что я не буду читы подрубать! Все! Да надо ушами слушать, а не жопой! Никаких читов сегодня не будет. Все, раз эти Стасика, здрасти, с путя. Все. Красный крыса. Какая крыса? Красная крыса. Кто? Ты крыс. Это еще почему? Ну ты крыс. Это я с чего ты взял? Ну ты крыса. А вот сейчас можно. Да, а вот сейчас можно начать игру. Ага, пока, Костя. Давайте. Ну ничего, да. В первой игре на самом деле я практически никогда не убийца. Это так, это разминка, можно сказать. Это мы просто ходим, выполняем задания. Чё я вам скажу? То, что Костя сегодня. Пердак. Самый настоящий пердак. Так, реактор. Уже не успели мы начать игру, как уже реактор подрубили. Амочка, ты за мной так подозрительно не ходи. Это Костя. Это Костя еще меня назвал красной крысой. Да лучше быть красной крысой, чем голубой. Костя. Так, и опа, задание. Если я сегодня буду предателем, в первую очередь я всегда буду валить Костечку. А сейчас настолько быстро выполню все эти задания, то что... Опа, это что-то новенькое. Или нет? Или все вот так. Свет вырубили, а вы вообще в курсе? То, что я в одной комнате с электричеством и сразу же их врублю. Ага. Я нашла труп. Где вот этот склад, где огромная куча непонятной фигни по центру находится. После того, как включили свет. Погоди. Я включал свет. Вроде ты, Амочка, первая забежала. Я, короче, не помню. А потом ты прибежала со склада. Потом на него же вернулась и говоришь, что там был трупак. Стасик, потому что темно было. Там она за коробками труп лежал. Я же не могла его увидеть. Как я в темноте могу увидеть труп? Ну, я видел банана. Он стоял в камерах. И у него из руки что-то пропало. И выключился свет. Я скажу. То, что я не предатель. Еще я могу сказать то, что это не со 100% вероятностью, но это может быть не Мия, потому что она бежала совсем в другую сторону от того, где нашли труп. Ты чё несёшь, вот, крокозябра? Тебя спросили, у тебя было что-то в руке, потом оно пропало. Ты почему про Мию горишь? Чё у тебя с руки пропало? Вот это вот барьер называется. Знаете что? Вот банан такой идет, короче, туда. Такой заходит, мне досмотрит, такой чик, и все, и выходит. Типа, знаете, проверяет, нет ли там. Банан, кого-то. Это банан! Я голосую за банана! Все, за банан! Банан, это за банан! Это за банан, за банан! Это не я. Банан, это на всякий случай, просто чтобы перестраховаться, банан. А следующий хрейд будешь ты. Да-да, и не смотри так на меня. На самом деле. Вообще не имею ни малейшего представления, кто это может быть. Стасик говорит то, что она пришла с той комнаты и там нашла же труп. Но она же оттуда пришла, а не кто-то другой. Но если это вдруг реально будет банан в конце, если он убийца, я потом... Я оборжусь просто от смеха. Точнее, обкакаюсь. Да вы заколебали со своим реактором. Это кто там играется-то столько, а? Так, когда реактор включают, это значит, что где-то в другой части карты кого-то убивают. Костечка! Ага, хрейд.
Костя, Картошка, Карась. А чё они все вместе-то бегают? Чё за групповая тусовка у них? Ага, камеры мне выключили, да? То есть я сейчас даже смотреть не могу. Так, ладно, пойдем тогда включим камеры. Это же находится где-то вот там, Амочка, камеры. Камеры вот там надо включить. Амочка! Я тебе говорю, камеры в той стороне, надо пойти... Камеры. Собаки нет. Камеры же выключили, да я бежал туда в этот... А можно последнее слово перед смертью, пожалуйста? Костя, крыса, только меня не убивай! Собаки сутулые, ага, и Мия в люк запердохалась. А так, а зачем мы банана-то выкинули? Я же реально думал, что это банан. Мать моя женщина, отвлекающий манёр. Ага, вот, карасёчек, давай. Короче, труп был в охране, и у меня такие подозрения, вот где, вот, Амочка, смотри. Охрана, это же оттуда, откуда ты выбегала, да? Я пробегала мимо, и все. Ну, в смысле ты пробегала мимо? У меня почему-то такие подозрения, что ты не мимо пробегала, потому что в большинстве случаев обычно те, кто мимо пробегает, они заходят в охрану. Это Амочка! Я клянусь вам всем, что это она. Голосуйте за Амочку, поверьте мне! Хоть один умный человек на этом космическом корабле, если вы меня слышали, замочку надо! Ну, хотя бы одного убийцу кокнули. Ах ты ж, собака-то такая сутулая. С Амочкой, походу, сговорились и кокнули меня, просто зажали меня в одном месте, да? И, как я понимаю, это любимо... Ага. Карась! Как я понимаю, ты, походу, любимая точка, чтобы совершать убийство и у Амочки, и у Мии. Трупак! Трупак в камерах, господи, еще и свет выключили, сейчас же фиг кто-то его вообще увидит. Так, ладно, задание, в принципе, можно выполнять. Я хоть и труп, но задание я смогу выполнить. Да господи, да чё ж-то всех перекукарачили-то, а? Костя! Не, ну на самом деле я рад то, что хотя бы Костю кокнули, крыса голубая. Так, задание. Можно же... А, я же сам как бы... Вы чё, прикалываетесь, что ли? А я говорил, что это Амочка. Вот вы мне теперь верьте мне, это Амочка была. Вот все. А насчет Мии, я не знал, что это она была. Но это была Амочка. Ну так ты большой молодец, то, что Амочку мы как бы кокнули. Но Мия одна всех запердохала и одна победила просто. Мия! А я чё, я вообще не клялась, что я была предателем. Я могу вас убивать всех, особенно Костю и это. Да, я женщина года, поэтому мне можно все, да, вот. Я-то чё сделал? Так, ладно, ребята, я все понимаю. Клятвы клятвами в начале игры, хоть мы с Костей Ямочкой клялись, то, что мы читы подрубать не будем. Но извините, все эти слова я забираю обратно. Протестую! У нас в новой империи такого не принято. У нас в новой империи за читы казнь. Понял? Какая казнь, Карас? Сейчас мы карту на северный полюс переключим. Читы, Костечка, подрубим и пошли пердохать всех. Не, как бы это я не говорю то, что я буду предателем в следующем раунде. Но мы сейчас хотя бы посмотрим это. Давайте. Я не знаю, как это работает. Я же в шутку говорю то, что я читы какие-то подрубаю. Никаких же читов нет, это все шутка. Банан опять, походу, контузит. Банану скорую, у него, походу, опять приступ эпилепсии. С пупком я еще никогда в напарниках не был. Я на самом деле даже не знаю, насколько хороший предатель из пупка. Он же вообще, в принципе, наверное, ни разу предателем не был. Так, ладно. В предыдущем видео мы выяснили то, что людей можно убивать через стенки. То есть, если кто-то здесь будет проходить, я смогу его кокнуть. Ага.
Картошечка, я, кстати, тебя и ждал. Ты убийцу не видела, тут никто не пробегал. Допустим, я. Так, и... Ай, господи, я уже успел обосраться, пупок. Я ж забыл то, что ты второй убийца. Так, прячемся. В люки, пока все остальные пошли чинить реактор. Опа! Стасик выбежала, а я буду здесь возле сральника, возле своего любимого места. Ждем перезарядочки убийства и ну и обратно в сральник, и опять ждем перезарядочки убийства. Они опять подумают, что я читер! Хоть это реально уже очень палевно. Так, тогда надо сделать вид, что я этот труп и нашел. 200 IQ, просто техника. Короче, я проходил вот это дезинтификацию. Вот, выходил из лаборатории. Господи, я разговаривать не умею. С лаборатории выходил после дезинтификации. И там сразу труп валялся после двери. Я никого не видел, поэтому даже не знаю, кто мог кокнуть кого-то. Кто умер, кстати? А у нас умерли Херейт, Картошка, Банан и Стасик. Как-то слишком много трупаков. Мне кажется, это какой-то профессиональный убийца, если за первый раунд столько много трупов. Слушай, последний раз, когда столько много трупов было, Костя предателем был. Это не ты случайно? Я не крыса, как ты, поэтому это не я. Это Костя. Когда он меня крысой называет, это точно Костя. Вот как вы думаете, он бы стал меня вот так сейчас жестко валить и вот это, и обзывать, если бы он не был убийцей? Я голосую на всякий случай за Костю, давайте. А чё ты на меня так гонишь-то, а? А чё ты меня крысой называешь просто так, Костя, а? Так, ну так ты настоящая крыса, верно ли? Проголосуйте за него, пожалуйста, или я сейчас всех забаню. Он все слишком... Он слишком много себе сегодня позволяет. Господа, нам нужно кого-то все-таки кикать, потому что если не кикнем, скорее всего, мы проиграем. Ну все. Идиоты! Пока, Костя. Давай, Костечка, аривидерчи. Я говорю, это он был предателем, 100%. Ну а чё он выпендривается-то сегодня столько? Он меня сегодня раз 10 уже лятый крыса назвал. Да чё? Чё я поделаю, если я просто лучше него играю за предателя? Вот и всё. Так, остался карась, вроде там Амочка осталась и Мия осталась. То есть подожди, это получается, нам ещё одного надо убить. Вот если я сейчас пойду за Мию, за Мией, двери закрою на всякий случай. Кстати, здесь же никого нет. Мия! Здесь только мы с тобой. Наедине, Миечка. Ты не пугайся, когда сейчас обернешься и увидишь меня. Я просто твой лучший друг, Миечка. Ну вот вы посмотрите на эту крысу. Вот чистая крыса просто. Вот Херей, поменяйте с ним цветами. Крысы же серые вроде бы, верно? Да я с удовольствием. Костечка, брат, Костечка. Ну, ты меня обзываешь, я тебя убиваю. Тут все честно, брат. Брат, ты мне больше не брат. Господа, я предлагаю вынести на голосование... На казнь вот этого красного. Это нечестно, это читерство. Я считаю, это читерство. Ты подожди. Так это был только всего лишь второй раунд. Давайте сейчас начнем третий и посмотрим. Вы что раскудахтались там все? Все, в стороны отходите. Это как бы еще не приговор. Я всего лишь одну игру выиграл. Ну, я же говорю, что я никакой не читер. У Банана опять эпилепсия. Каждую игру у него эпилепсия. Ты чё мне рукой машешь? Да не читер я! Иди за мной, иди сюда за мной. Сейчас я выполню какое-то задание, и ты сразу же узнаешь то, что я не читер. За мной сюда иди, карась! Так, тут задания никакого нет. Сейчас я докажу карасю то, что вот сейчас я точно не читер. Хотя вас... Ага. Свет уже вырубили. Ну, я хотел доказать карасю то, что я сейчас точно не читер и не уби... Костя! Костя! Ушел в темноту. Вот так и надо, Костя. Ну чё тебе надо? Вот ты...